Всем привет, с вами Санёк, и мы продолжаем проходить игру про Росомаху. Ну что ж, приступим. Что же ты за плохой забуду быть. О, блин, если его раньше дольше убивал до этого помнится, раньше было убивать вместо него гораздо сложнее. Сейчас. So, you still got the fire in your belly? Плохой зубы. Вот так. Ну, чуть-чуть. Нет.
Вот так вот, Логан. Опа, молодец. Фух. Animal keen senses may pick something up. Это нам только кажется, что он увидит. Поскольку по фильму он всегда воскресает меня. Поэтому я думаю, что мы его еще увидим за всю эту игру. Тут мы получили файлы памяти с обливом. Я прочитаю в следующем выпуске. Или в этом, как получится. Наконец-то я могу спокойно залечить раны. Ну, то есть мы можем спокойно лечить раны. Прыгаем вниз. А, посмотрим. Давайте какие дистанции. Как же я мудро поступил, когда почистил этот квадратчик. Сомнительные жимости. Если честно, я уже думал, что мне придется перезаписывать прохождение, потому что меня убили. Убил. Но Росомаха мне помог выжить. Я вот не помню, куда же тут надо-то. По-моему, надо в закрытую дверь бежать. More Weapon X failures. Gotta put them out of their misery. Сюда, то есть, я не знаю. Так, давайте-ка вниз. Может, тут тоже что-нибудь интересное найдем. На все 100%. Сколько времени? Для обычного человека около года, но с возможностью излечения мутанта, кто знает. Ну что ж, дорогие друзья, на этом все. Я не рассчитывал, конечно, что часть получится такая маленькая. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите в комментариях, подписывайтесь на мой канал.